Впереди у северодвинцев три выходных дня. День народного единства в эти минуты празднуют в драмтеатре. В фойе гостей встречают старинными пинежскими песнями и хороводами. На самой сцене проходит праздничный вечер в единстве народов «Великая сила». Вручили сегодня в драмтеатре благодарственные письма администрации Северодвинска и городского совета депутатов. Их удостоена учитель русского языка и литературы 14-й гимназии Ольга Буланцева, председатель местного отделения ветеранов Афганистана Алексей Ситков, зампредседателя региональной организации «Союз Чернобыль» Сергей Сердюков, член комитета ветеранов боевых действий «Звездочки» Алексей Гостев, ветераны Афганистана Павел Ведякин и Сергей Никитин.